Канобу.ру представляет. Завязка Mass Effect 3 — это свидетельство провала, случившегося несмотря на все героические сражения, которые были в первой и второй частях. Сколько Шепард не гонялся за ренегатом Сараном, сколько не предупреждал Совет, итог оказался предсказуемым. В галактике все равно появились жнецы, и ее обитатели к такому повороту событий оказались совершенно не готовы. Mass Effect 3 — это гонка с преследованием, как и первые две части. Но если раньше вы по всей галактике бегали за врагами человечества, то в третьей части целью становятся союзники. Параллельно с поиском новых друзей приходится подрабатывать дипломатом, налаживая отношения между теми или иными расами. Идеальный пример — саларианцы и кроганы, давний и весьма неоднозначный конфликт которых надо решать буквально на коленке. Естественно, не обошлось и без традиционных для сериала моральных дилемм. Что важнее, военная поддержка от наиболее агрессивных обитателей галактики или помощь передовых ученых? Стоит ли армия наемников того, чтобы освободить из тюрьмы преступника-психопата? Можно ли предать друга его идеалы ради одобрения его начальства? Подобные вопросы встают перед героем на протяжении всей игры. И отвечая на них, приходится руководствоваться не столько желанием быть хорошим, сколько принципом меньшего зла, что со стороны Mass Effect 3 как минимум некрасиво. Кроме того, эта игра полна сюрпризов. Здесь можно встретить практически всех знакомых героев и увидеть совершенно неожиданные последствия решений, принятых в предыдущих играх. Для игрока, который начал знакомство с серией с третьей части, окружающая его действительность будет наполнена просто интересными историями и героями. Но для тех, кто проходил первую и вторую и импортировал персонажа, эти истории и встречи станут еще и глубоко личными, а окружающий мир в значительной степени будет сформирован принятыми решениями. В конце концов, Mass Effect 3 банально заставляет игроков хвататься за голову, когда приходит осознание ответственности за содеянное целых 5 лет назад в оригинальной игре. Именно от ваших решений будут зависеть не только отношения с другими расами и напарниками, но и то, встретятся ли в игре те или иные противники, и даже повод, в честь которого накачивается спиртным один из героев игры ближе к ее финалу. Проблема лишь в одном. Ощущение важности принятых решений сильно снижается из-за того, что статистика галактической готовности зависит не только от того, что было в предыдущих частях, или от того, как эффективно, например, герой убеждал предводителей разных рас помочь человечеству, но и от вещей, которые имеют к сюжету довольно опосредованное отношение. Например, от количества часов, проведенных в многопользовательском режиме или за iOS-шутером Infiltrator. Более того, от ощущения, что онлайн добавили в игру лишь бы он был, избавиться никак не удается. Как бы то ни было, в масштабах, извините, галактики, все это мелочи. Жаловаться на небольшое количество принципиальных изменений как минимум глупо. Mass Effect 3 — это как заключительный том «Войны и мира», без которого великая сага не обрела бы подобающей целостности. Великолепное завершение космической эпопеи.